трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Совет по правам человека при президенте России выступил с инициативой проведения масштабной амнистии в честь столетия Октябрьской революции. Распространить ее предлагается не только на осужденных по нетяжким уголовным преступлениям, но и привлеченных или привлекаемых к ответственности в рамках административного законодательства. То есть речь идет о том, что гражданам могут простить неоплаченные штрафы ГИБДД. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что предложение будет рассмотрено на предмет целесообразности. Трасса 101. Федеральное министерство транспорта настаивает на увеличении штрафа для водителей, нарушающих правила пересечения железнодорожных путей. 5000 рублей – сумма, которая образумит автомобилистов, считают в ведомстве. Сейчас размер взыскания – 1000. Добавлю, что случаи наезда поездов на автомобильный транспорт на переездах в нашей стране нередки. В начале октября во Владимирской области такое ДТП унесло жизни почти 20 человек. Трасса 101. Госдума собирается упростить процедуру обжалования писем счастья. Это, как ожидается, можно будет делать дистанционно. Парадокс, говорит автор инициативы депутат Вячеслав Лысаков. Даже когда в ГАИ видят, что произошла ошибка, цвет машины другой, номер отличается, они не могут отменить собственное постановление. Должен либо прокурор вынести им определение об отмене, либо сам водитель приехать и написать заявление. Конец цитаты. Предположительно, автовладельцы смогут решать эти вопросы через сайт госуслуг. Трасса 101. Ульяновский автозавод запустил продажи нового коммерческого автомобиля грузоподъемностью 1,5 тонны – УАЗ-профи. Комплектации у машины две – стандарт и комфорт. Первая стоит минимум 649 тысяч рублей, вторая – 699 тысяч. В списке стандартного оборудования – антиблокировочная система тормозов, система распределения тормозных усилий, подушка безопасности водителя, центральный замок, электростеклоподъемники и так далее. Мотор – бензиновый ZMZ Pro мощностью 149 лошадей. Привод задний. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.